Новые жертвы в Сирии за минувшие сутки. В столице и ее окрестностях погибли по меньшей мере 44 человека. Это данные местного центра мониторинга соблюдения прав человека. 32 из них в результате авианалетов правительственных войск на населенные пункты в Думе и Кфар-Батни. Еще 12 человек погибли в южных районах столицы под минометным обстрелом повстанцев. В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, уже унесший, по данным ООН, свыше 170 тысяч жизней. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков из разных вооруженных формирований.